столица Чувашской республики, Чебоксары, один из старейших городов Нагоя. Но впервые прибывший сюда человек вряд ли узнает в нем город с более чем пятивековой историей. За изящными очертаниями линий залива и идиллическими видами центральной части города скрыта его сложная судьба и история, неузнаваемо изменившая город Чебоксары. Очертания западного косогора – самый узнаваемый силуэт города. Это место – отправная точка в его истории. Отсюда начали расти и развиваться Чебоксары. Ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксары шли день весь, да ночь все шли. Записал в летописи воевода Иван Дмитриевич Рунов, когда в мае 1469 года шел по Волжскому пути в Казань. Так и вызвалось отсчитывать возраст города от момента его первого упоминания.